Вася, опять ты кушаешь? Ну, блин. Ну, сколько можно? Да, я Василиса, и я люблю поесть. Сфоткаешь меня быстро, пока все это не съела? Меня зовут Василиса, и сегодня я хочу снять для вас вторую часть видео про самые худшие места для фотосессии. Первая часть выходила несколько недель назад, и если вы каким-то образом ее пропустили, обязательно идите в описание, специально для вас я оставлю там ссылочку. Сегодняшние места будут не лучше, у нас будет вокзал, Макдональдс и страшненький такой подъезд. Надеюсь, вы уже готовы. Перед тем, как мы начнем, как вы знаете, нужно подписаться на мой канал, потому что мне будет очень приятно, а теперь погнали. Походу всего видео, естественно, буду менять луки. Первый уже на мне, в нем я еду на вокзал, дополню чемоданом. Я хочу создать такой образ, как будто я в красивом платье, такая немножечко опаздываю, бегу, такая лечу, оно развивается. Я еду в Питер, естественно. Очень люблю Питер, поэтому едем на Ленинградский вокзал. Я надеюсь, удастся воплотить ту картинку, которая есть у меня в голове. Главное, чтобы был ветер, потому что я хочу, чтобы платье так вот прям развивалась, я такая, а, где, что, где мой вагон, купе, там, все такое. Я, кстати, только сейчас подумала, пустят ли меня к поезду, если у меня нет билета. Будет не очень удачно, если мы скатались сюда просто так. Как называются те, кто очень много едят? Ну, типа, есть алкоголики? Чревоугодники? Да, я Василиса, и я чревоугодник. В общем, люблю поесть, и если бы я не ела на съемках постоянно, то мы бы снимали, типа, в 3 раза быстрее. Короче, мы попали на платформу, на которой нет поездов, но здесь тоже очень красиво, и мне сразу пришла такая идея, типа, встать как-то очень далеко и концептуально. Ну, короче, сейчас сфоткаемся и сами все поймете. Что-то на соседней платформе, походу, единственный здесь поезд, поэтому нужно быстренько успеть к нему, пока он не уехал, он уже пару раз так... Ну, знаете, как поезда перед отправлением, поэтому погнали быстрее. О, сфоткай, я, короче, так побегу, типа я опоздала. А теперь фоткай, типа, я реально опоздала такая. Какие лица у людей, которые реально опоздали на поезд? Наверное, злые, они расстроены. Сфоткался, пошли отсюда. Итак, следующим местом для фотосессии будет Макдональдс. И это не потому, что я снова проголодалась и убила бы сейчас за картошечку с апельсиновым соком, а потому что это действительно пипец какое неподходящее место, и никто там не фоткается, кроме меня. Погнали скорее, потому что мой живот уже говорит по китовье. Ну, вы сами знаете, у вас же тоже так бывает, да?
картофель, салаты. Блин, если честно, вообще не помню последний раз, когда я ела в Маке. Наконец-то этот момент настал. Сфоткаешь меня быстро, пока все это не съела? Это максимально неловко. Кстати, это офигительно вкусная штука. Попробуйте. Санрайз называется. Блин, фотки, конечно, ужасные просто. Это такой мерзкий желтый цвет. Их столько придется обрабатывать в лайтруме, там, виска, я не знаю, где еще. Боженьки, может, их послать, чтобы он их обработал, потому что здесь больше ничего не поможет. Капец вообще. Ну что, мы наконец-то добрались до третьей локации. Как я и говорила, это будет подъезд такой вот в лучших традициях контакта. Знаете, я специально надела спортивки. Вот они сейчас сядут такая на лестнице. Ну, сигареты у меня не будет, потому что я не курю, но я постараюсь такую типа гопническую фотку сделать, при этом, чтобы она была красивая. Я пока не представляю, как у меня это получится, но попробуем. Пойдем со мной, мой подаван. Я не знаю, почему я вспомнила это слово. Идеальное место между 10 и 11 этажом на 4 ступеньке снизу. Я буду фотографировать. Я сейчас сижу, как будто готовлюсь к какому-то рэп-батлу, такая просто. Эй, йо, нига, I'm a bad bitch. I'm pissing on this hypocrisy. It's that uncontrollable demon they didn't wanna see. Так, теперь идем туда. Там офигенное окно. Я всегда хотела сфоткаться у открытого окна. Вау, этот закат еще такой красивый, розовый. Реши эту проблему, оператор. Я не понимаю, с кем я работаю, боже. За светы. Понаберут всяких. Не уходи, подожди. Ну вернись, ладно, я пошутила. Ну что, получилось хорошее? Вообще прям? Да ладно. Ну тогда мы закончили. Ну что ж, на этом все, ребят. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. У меня прям очень много мест, в которых я хотела бы сфоткаться, которые для этого вообще не подходят. Так что, если вы хотите увидеть следующую часть, обязательно напишите об этом в комментарии, потому что я все прочитаю. Поставьте лайкосик за мои старания и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Я вас люблю. А я, пожалуй, посижу здесь еще у окна. Это офигеть, как атмосферно на самом деле. Пока.